Мне нужно что-то сделать, ведь счастье в труде. Если это все, глядя на вас, вполне можно догадаться, зачем вы сюда прибыли. О принятом решении вас вскоре уведут. Закончено строительство нового здания. Здравствуйте, как приятно видеть вас. Какое сегодня чудесное летнее утро, не так ли? Послушайте, как мило поют птички. Так, это вот сюда. Быстренько удостоверим свидетельство. Что я могу для вас сделать? Вполне очевидно, что вы здесь потому, что хотите получить новый тик. Очень хорошо. Я проинформирую вас, как только все будет сделано. Если это все, вы так привлекательны. Может, прогуляемся немного? Да. Начался процесс ухаживания. А сейчас? Начнем. А? Если это все? В конторе предлагается пища по хорошим ценам.
С удовольствием. У вас прекрасные волосы. Вы их моете каждый день? Спасибо за теплые и добрые слова, сударь. Сударь, вы замечательно танцуете. Благодарю вас. Вы захворали. Начнем. В конторе распродан весь товар по особому предложению. Это нашествие крыс сведет меня с ума. Это так мило с вашей стороны. Спасибо. Если это все, примите поздравление. Совет, мудрость, который... Контора покупает пищу. Мое зерно без плесени. Большое спасибо.
Уже в пути! Закончено строительство нового здания. Здание улучшено. Производство было приостановлено. Прямо сейчас? Да. Начнем. Иногда дать пищу и душе, и телу бывает очень трудно. Кто-то чувствует себя забытым. Хорошо. Да! Thank you.
если это все... Куда поедем? Кто-то послал вам пирожное. Да. Кто-то посвятил вам поэму. Вы чувствуете приятное благоухание. Начнем. Мне нужно что-то сделать с этими крысами. И поскорее. Что теперь? О, откуда вы узнали? Я уже давно ищу что-то подобное. Выполняйте мои заповеди, и на небесах будете награждены. С удовольствием. Да. Прекрасно. За работу. Судебный приговор изменен.
Хорошее пиво, что тут сказать. Я спешу. Это нашествие крыс сведет меня с ума. С удовольствием. Мое зерно без плесени. Прямо сейчас. Будет сделано. Мило с вашей стороны. Спасибо. Это нашествие крыс сведет меня с ума. Если это все... Судебный приговор изменен. Ничего, кроме работы. Спрос конторы удовлетворен. Ничего, кроме работы. Thank you.
болят мои ноги. Да? Иногда дать пищу и душе, и телу бывает очень трудно. Да! Производство было приостановлено. В конторе можно купить сырье по хорошим ценам. Едет фургон. Помочь? Начнем. Умеете целоваться, сударь. Счастье в труде. За работу.
кто-то влюбился в вас. Будет так. Что такое? За работу. Вот и я. И что теперь? За работу. Детская забава. Хороший план. За честь. Хорошее пиво, что тут сказать. Счастье в труде. Хороший план. Да будет так.
и что теперь? Теперь у вас есть сын. Где враг? Да будет так. Мне нужно что-то сделать с этими крысами. И поскорее. Если это все... Нужно что-то сделать с этими крысами. И поскорее. Моё зерно без плесени. Иногда дать пищу с удовольствием. Судебный приговор изменен. Моё зерно без плесени. С удовольствием. За работу. Закончено строительство нового здания. Размер церковной десятины изменен.
удовольствием. Куда? Это не займет много времени. Уже в пути? Что теперь? Детская забава. Куда поедем? Куда? Особое предложение конторы было просрочено.
Мне нужно что-то сделать с этими крысами. И поскорее. Контора покупает военное снаряжение. Дорога не бывает слишком длинной. Мой клинок — костер. Победа за нами. Вы чувствуете приятное благоухание. Производство было приостановлено. Будьте там. Дорога не бывает слишком длинной. Производство было приостановлено. И что теперь? Строение атаковано.
Строение атаковано. Строение атаковано. Что такое? Вот и я. Мне нужно что-то сделать с этими крысами. И поскорее. С удовольствием. Надеюсь, меня не ограбят. Ничего, кроме работы. Едет фургон. Мое зерно без плеч. С удовольствием. Чувствуете приятное благоухание. Куда?
счастье в труде. Мне нужно что-то сделать с этими крысами, и поскорее. А? За честь. Мне нужно что-то сделать с этими крысами, и поскорее. Куда? Дорога не бывает слишком длинной. Вот и я. Начнем. Один из ваших детей может пойти в школу. Болят мои ноги. Надеюсь, меня не ограбят? К бою готова. С удовольствием. Это так скучно.
Это нашествие крыс сведет меня с ума. Что я могу сделать? Дорога не бывает слишком длинной. Ну, за работу. Счастье в труде. Я ничего не делал. Я еще не устал. Спрос в конторе истек. Контор покупает товары для большого праздника.